Рожать в Тольятти все чаще приезжают будущие мамы из соседних регионов. Число иногородних пациенток местного перинатального центра сейчас составляет 10% от общего числа беременных в роддоме. Почему туда женщины готовы ехать за сотни километров от дома и что такое конкурентоспособная медицина в действии, разобрался Дмитрий Лобанов. Юлия Володина аккуратно укачивает своего новорожденного сына Вадима. Молодая мама в Тольятти приехала из Димитровграда. Это уже ее вторые роды. Первый ребенок появился на свет 2 года назад. Тоже в стенах Тольяттинского перинатального центра. Почему еще приехала? Потому что здесь находится как бы реанимация для новорожденных. Поэтому здесь круглосуточная лаборатория. То есть это анализы все делаются как бы, все сразу. Если вдруг какая-то непредвиденная ситуация, то у ребеночка или у мамы. Вот. Поэтому сюда и приехала. Перинатальный центр в Тольятти открылся после глобальной реконструкции роддома. На деньги из регионального бюджета были оборудованы новые медицинские отделения, внутри сделали ремонт и закупили современные аппараты. Здесь с будущими мамами проводят консультации. Техника позволяет выявить проблемы со здоровьем на раннем этапе беременности. По словам врачей, пациенток из других регионов становится все больше. Пациентки, видя, какие условия созданы в нашем перинатальном центре, да, видя те изменения, которые произошли и в здании, и в оборудовании, они к нам приезжают. И мы стали привлекательны для пациенток из соседних областей, в частности, Ульяновской, Оренбургской, Саратовской областей. Более 200 коек, и все постоянно заняты. Число иногородних рожениц сейчас составляет 10% от общего числа пациенток. В прошлом году в перинатальном центре на свет появилось более 6 тысяч детей. Дмитрий Лобанов, Андрей Костомаха, Новости губернии, Тольятти.